Всем привет! Смотрите, чем я сегодня хочу с вами похвалиться. Я эту щетку зубную получила где-то приблизительно месяц назад. Я вам ее не показывала, ничего о ней не рассказывала. Поэтому эта щетка пришла мне на рекламу. И чтобы дать такой честный обзор, чтобы сделать такой честный обзор и сказать мое личное мнение об этой щетке, я пользовалась ей в течение месяца. И сегодня расскажу и покажу вам, из чего она состоит и как она понравилась мне или не понравилась. Щетка это от фирмы Xiaomi Nanmen, ну если я правильно говорю, NX8000. Дизайн шикарный, мне очень понравился дизайн. Вот так это все выглядит. Насадки двух видов. Голубые, они более мягкие. Вот эта вот серо-белая, она более жесткая. Ворсинки здесь разные, что помогает этим ворсинкам доставать самые наши труднодоступные места. Рассмотрим теперь нашу зубную щетку. У нее здесь такой защитный колпачок, который мы снимаем. Чтобы одеть насадку, нужно... Все, щелчок произошел. Насадку мы одели на нашу зубную щетку. Это главная кнопка. Вы ее нажимаете, и здесь, слышите, как она работает? Очень тихо. Потом при помощи нажатия на главную кнопку можно выбрать программу. Здесь 5 программ. Это щадящий, затем идет чистка, отбеливающий. Если немножко дольше чистит зубы на этом режиме, то можно немного отбелить зубы. Затем полировка. Это самый такой хороший режим, который мне прям зашел. После того, как почистите зубы, включаете на полировку зубов, и у вас зубки такие все потом, ну такие, знаете, гладкие-гладкие. И последний режим – это такой уходовый режим для десен и языка. Ну, то, что я тоже считаю немаловажной. Особенности этой щетки, то, что, как нам заявляет производитель, ее нужно очень редко заряжать. У нее зарядного устройства хватает на 220 дней. Причем очень удобно, что когда вы едете в какой-нибудь отпуск или в командировку, вам не нужно с собой запаковывать заряжающее устройство, что обычно, знаете, очень часто бывает, что забываешь. Щетку закинул, а заряжающее устройство забыл. И потом приходится искать где-то обыкновенную зубную щетку, чтобы почистить зубы. А здесь она на 220 дней зарядное устройство вам хватает. Это платформа для заряжания. Вот такое зарядное устройство. USB. Смотрится очень симпатично. Особенность этой щетки. Смотрите, если вы выбрали программу, если вы немножко надавили на десна, но если вы больше усилий прилагаете при чистке зубов, то появляется такой оранжевый цвет. Это такой сигнал, чтобы вы не сильно давили на десна, чтобы не повредить. Каждую насадку нужно менять в течение 3 месяцев. В общем, вам даже щетка говорит, когда вам нужно сменить насадку. Где вы сейчас видели вот этот желтый цвет, там должен появиться голубой цвет. То, что я вам сейчас не могу показать, потому что у меня щетка еще новая, и насадка у меня новая, я пользуюсь ей всего месяц. Но посмотрите, в каком она идеальном состоянии. Поэтому через 3 месяца, когда здесь у меня загорится синий цвет, что нужно поменять насадку, я вам покажу. А пока что мне ее менять не надо. У этой щетки 3 года гарантии. Если с ней что-нибудь случится в течение 3 лет, но не по вашей вине, естественно, а по вине производителя, вам ее бесплатно заменят. Ну и в заключение хотела бы я сказать мое мнение, если, конечно, вам оно интересно. Мне щетка очень понравилась, тем более, что эту фирму Xiaomi, ну, многие, наверное, знают, я ее знаю, эту фирму. Очень такая качественная фирма, поэтому я ее без всяких сомнений могу вам рекомендовать. Ссылочку на эту щетку я оставлю внизу в первом закрепленном комментарии или внизу под видео. Также оставлю мой промокод, по которому вы можете получить скидку в 3 доллара. Ну, наверное, когда вы будете ее заказывать, вам там пересчитают на ОЭР. Ну,
как бы это логично. Пишите свое мнение об этой зубной щетке. Может быть, уже у кого-то есть, кто-то хочет тоже поделиться своим мнением, пишите в комментариях. На этом я буду заканчивать. Всем пока-пока и до новых встреч!